Глубоко уважаемые коллеги, тема моего доклада «Куда смотрит Литва? Территория Бальтика славика в смене поэтических парадигм». В начале доклада я хотел бы кратко остановиться на двух лингвистических работах Вячеслава Всеволодовича Иванова, которые я использую как точку отсчета для развития темы, указанной в программе. В океане научных интересов Вячеслава Всеволодовича литуанист без труда находит небольшие лингвистические и культурологические этюды, красноречиво свидетельствующие о широте интересах их автора. Я бы хотел упомянуть два небольших исследования. Привлекательно то, что углубившись в них, можно почувствовать себя детективом, поднимающим вопрос, какими способами и при каких обстоятельствах был получен литуанистический материал. И второй. Сравнение листонистического материала, например, поэзии, с произведениями других поэтов при более глубоком рассмотрении открывает второй, скрытый текст Иванова. Первая работа, на которой я хотел бы остановиться и в которой описываются общие тенденции поэзии XX века, статья о поэтическом синтаксисе, опубликованная в 1987 году в сборнике исследования по структуре текста. Ответственный редактор Татьяна Владимировна Цивьян в статье сравнивается стихотворение литовского поэта в эмиграции Бернардо Саброждженеса «Ноктюрн» с стихотворением Пауля Целана Шнебет и делается вывод, что именной стиль поэзии не зависит от конкретных особенностей данного языка. С момента публикации этого стихотворения Пауля Целана в сборнике Шпрахгиттер в 1959 году статью Иванова отделяют почти три десятилетия и еще больше промежуток времени от стихотворения «Брожденница». Для обоих поэтов, как для «Брожденница», так и для Целану, это западная Австрия, она названа в стихотворении «Брожденница» топонимом Санкт-Эгид, небольшой поселок такой в западной Австрии, было местом эмиграции. В стихотворении Иванова просматривается второй текст, текст о ссылке, здесь возникает интрига – Стихотворение Бернарда «Брожденница» в то время было абсолютно недоступным. Его книги были в спецфондах. Также вопрос, каким образом Иванов получил это стихотворение, и этот вопрос остается неясным. Стихотворение могло быть опубликовано в послевоенной Литве, особенно учитывая гражданскую позицию «Брожденница» и ссылку на Австрию в стихотворении. Иванов не приводит дату написания – стоящую после стихотворения, это 1944 год, 27 августа, и маскирует источник текста, модернизируя орфографию вместо принятого до военного после «т» следует буква «у», появляется «Ноктюрнос». Оригинальное название стихотворения в то время указывало бы на нежелательный эмигрантский источник. Другая работа Иванова на литовскую тему это небольшой раздел книги ⁇ Лингвистика третьего тысячелетия ⁇ вышедшей в 2004 году. И там есть такой... В этой книге имеется одна часть с оголовком ⁇ Попросту ⁇⁇ Языки Великого Княжества Литовского ⁇ В нем отражается образ различных языков, систем письма, верований, этнических групп Великого Княжества Литовского, суд которого описывается. Так, начало цитаты. Продолжение традиции того странного, веротрепимого союза разных религий и языков, который просуществовал на этой земле несколько веков. Конец цитаты. Размышляя над обеими лингвистическими работами Иванова, хотелось бы в докладе перенести эту идею особого пространства на поэтические тексты и попробовать проанализировать как в различные временные периоды литовская поэзия трактовала пространство вокруг себя, как она рассматривала народы, находящиеся дальше или ближе. Также, куда смотрит литва? Смотрение, даже если это слово употребляется метафорически, имплицирует направление взгляда. Попытка обнаружить направление смотрения на первый взгляд кажется больше поэтическим, чем лингвистическим понятием. Однако это не так. Сравни первое упоминание Литвы в 2009 году в аналах Хведленбурга. И здесь, как мы видим, содержится направление смотрения. То есть он был убит инконфинио, этот святой, святой Брунон был убит инконфинио Руссия это Литве. То есть он был убит на границе между Русью и Литвой. Повествование имплицитно содержит направление смотрения. Витутас Мажюлис, говоря о первом написании имени Литвы, указал, что святой Брунон мог быть убит в Ятве, инконфине Руси, от Литве, на границе с Русью и Литвой. Он переводит рассказ о географа так. В Ятвешском крае, языческом, с одной стороны, граничащем с Русью, христианской – а в другом месте, дальше от Руси с литвой языческой. Конец цитаты. Причиной неупоминания ятвы может быть то, что она считала собственностью киевской Руси. Можно обнаружить, и это совсем не метафора, что в поэзии хорошо ощущается то, что поэт озирается. Его взгляд нередко останавливается на том, что находится за горизонтом. Очень важно то, что балтийские территории небольшие. Говорящие. В поэзии, глядя вдаль, неизбежно пересекает славянские границы на Востоке, Юге и Западе, или может их пересекать сразу во всех направлениях. Говоря о Балтийской территории, мы не можем не говорить о взаимоотношениях Балтийской территории со славянскими территориями, особенно на Востоке, Юге и Западе. Тексты, которые цитируются далее, охватывают период более чем 150 лет. Это очень небольшой отрезок времени. Однако нетрудно убедиться, что восприятие балтийска, соответственно, балтославянского пространства за этот период времени менялось очень радикально. К размышлениям о смотрении Литвы меня побудили не современные литовские тексты, а именно тексты середины 19 века, прежде всего тексты Антаноса Баранаускаса. Если... Если, мы сопоставим поэтические тексты Барановского, это середина 19 века, и поэтические тексты конца того же века и начала 20 века, в которых говорится о балтийском или балтославянском пространстве, мы увидим радикально изменившееся мировоззрение, словно тексты написаны поэтами разных национальностей. Учитывая то, что шкала ценностей нередко возвращается с течением времени, неудивительно, что в конце 20 века снова возрождается что, что было актуально в середине XIX века. Мы различаем три парадигмы восприятия балтославянского пространства в поэзии в широком смысле, которые я условно назову. Это первая парадигма. Антанас Баранаускас. Период перед восстанием XIX века. Вторая парадигма. Литва журнала издания Аушры и Майрониса. И третья парадигма. Современное видение пространства – Материализация проекта Адама Мицкевича поэтическими средствами уже XX века. Итак, первая парадигма Антанас Баранаускас. Для сохранности литовского языка было очень полезно открытие сравнительно-исторического метода. Можно даже утверждать, что сравнительный исторический метод отчасти и воссоздал или создал литовский язык. Период сравнительно-исторического языка знания. Это и время поэзии Баранаускаса, правда последнее длилось только одно десятилетие. Только можно ли их сравнивать? Вероятно, можно представить, что лингвистические теории каким-то образом, здесь подходит слово парадигма, имели корреляцию с процессами в литовской поэзии. Два вектора Баранаускаса и его поэзии. Это первое ⁇ это государство, республика двух народов и... Второй такой вектор, это лингвистический, создается как бы балтийская модель с Литвой в центре. Видение Литвы Барановского совпадает с одним из, на первый взгляд, странных принципов Августа Шлейхера, изложенных в исследовании Sprachen europas in Systematische Übersicht». По мнению ученого, языки, уничтоженные внешними силами, остаются психронной модели европейских языков. Такими языками он считает палапский, носители которого были окончательно онемечены, один кельтский язык, кардский и балтийский язык, прусский. По мнению Шлейхера, эти языки еще являются частью системы европейских языков и имеют связь с живыми родственными языками. Это произведение Баранавска смог знать. Нельзя отбросить вероятность того, что Баранавскас находился под влиянием общих идей того времени. Баранавскас конструирует взгляд из Литвы, как воспоминание рассказчика о недалеких событиях. Коллективные воспоминания о прошлом, могут быть очень сильными и живущим. Например, Гинтерес Береснявичус писал о поступках или действиях литовцев уже в наше время, как о воспоминании прошлых деяний. А ведь Гинтераса Береснявича очень ценил Владимир Николаевич Топоров. Итак, с который не видит Вильнюса, но упоминает Киев, мог бы быть реликтом того старого видения. Южное его направление даже с трудом определяется, оно движется к Дунаю. Это более такое сказочное направление. Восточная граница своих славян для Барановска заканчивается в Резегне, то есть на востоке Латвии и в Смоленске, но ну, немножко соответствует Дунаю на юге. Сейчас конкретные по порядку. Первое. Северная граница Литвы для Барановского очень ясна. Это река Даугова в Латвии. Я прочту только литовскую часть примера, а перевод на русский язык вы видите. То Литовато то монахиняла, то Даугавато плачался Литовоз упела. Эти две строки относятся к самым сложным для интерпретации текстам Баранаускаса, поскольку у Далговы литовцы никогда не жили. Совершенно иначе это будет выглядеть, если мы представим себе упоминание этой реки как политическую реалию, то есть Литва XVI века долго управляла Латгальей. Южная граница для Баранаускаса – это верховье Немана, в которых в древности жили ятвяги. Interesno to, što padanom perpisi nasilinėjo Rusijos imperiją 19-ojo vėka, sirdinį gdėto 19-ojo vėka, tūsiasi žyteliai virhovėje nemana, zapisalis jie tvegami. Jotvingai lietuviai ėjo girių skrodžių, abiem kraštai supės un nemono prodžių. Ir tie žusėdį toliau kelių grindė, vandigisko prismonė, vikristi priebuvo, vingiai sėdinėjo ir niekur nekliuvo, jeigu tik užjojo po kojom sumindė. Возможно, интерпретация Йотвинга и литовей – Но это только интерпретация, одна из возможных интерпретаций ятвяги, которые были литовцами. Третье. Так создается балтийская модель с литвой литовцами в центре, соединяющая другие балтийские народы и племена и присоединяющая тех восточных славян, которые хотят и, главное, могут быть свободными. Plačiai jos invaisys dovė šolį pločių, grožių prūsų žemį ir lietuvų počių, žemytėlių slėnius didžius lotvių plotus, dovėjom galybį ir vienybę laikė, egyminės gudų labai dažnai vaikė ir atimdinėjo didžiu žemės šmotus. Etnonim gudas ją ja, pervažu, kad gud, patamušto lietopskam jėziki eta. Слово обозначает не только славянина, не, не только белоруса, но, скорее всего, это человека, который живет э, восточнее. То есть, если же майтийцы скажут, что я Годас это нормально. Четвертое. Южная граница смотрения Литвы это Киев. Это Киевская Русь. В поэзии Баранаускаса не упоминается Вильнюс, а упоминается Киев. Kievos, rusai, latviai ir prūsai, guda ir pikti tatoriai, Lietuva pažinę vainikapinę, Lietuva dabinę padoriai. Etajušnė Naprvilinė Lietuvai, kai dar įčydė tą Slaveną, sėkdavė svėzurę svabodai. Visi gudai valdžion Lietuvos tekėjo, mūsų laisvi visi draugsumumum laimėjo. И влияние белорусов в Литву в связи с концепцией свободы – несомненное отражение предисловия, предисловия Ляуна Сапьеги к Третьему Литовскому статуту 1588 года. Именно в этом предисловии цитируется Тицерон, что мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными. Наконец, и автор статута был из Белоруссии, скорее всего, его род из Смоленска, выходцы из Смоленска и сам статут написан на русском языке. Шестое. Самым проблематичным является смотрение Литвы Барановского на восток. Оппозиция а «свой-чужой» появляется именно при смотрении в этом направлении. С одной стороны, взгляд на восток заходит очень далеко, захватывая фолклорные территории. То ли уж долгу возкрашта с лету вас, переча, уж дуно елю, курбя жмогу, общвечи. Седьмое. Восточное направление в поэзии Барановского больше всего связано с категориями «свой-чужой». Граница, проходящая между этими позициями, по сути совпадает с границей Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Русскими поэт называют только тех, кто живет по эту сторону. Все остальные, что находятся на востоке, являются иным миром, в котором, как говорится в одном стихотворении, свет черный. Nuo šio miesto viskas kart gudai maskolijon virsta, pavulyčias visos grįčios viena vienon kirsta ir burliokai jau barzdoti nebekarpa ausų, ani šitoj šalai svieto nebesmoto rusų. To esti kvastokų atlatvėje ruskiai net. Tam už Rusiją tai tie liudy, kurie živutų na teritorijoje buvusią Velikovo knežastą Litovskovą. Įiešio. Platitikėlį senobiai skardi šalis mūsų, po šios plotus virš patovon giminės rūsų. Šiandien rusai po maskoliais maskoliškai riedos. Lietuvos git tikrus vaikus didžios spaudžia bėdos. Šiandien rusai po maskoliais maskoliškai riedos, jie ja, perviolno sivodinę Rusiją užipadvlastių maskalėje divausą, kaip maskali. Nu, etat, tol, Один вариант перевода. Другой перевод скорее более точный может быть так, что сегодня русские под властью москалей, и они не живут по закону третьего статута Великого княжества Литовского. Восьмое. Таково горизонтальное видение пространства. А каково вертикальное пространство, видимое поэтом? В этой поэтической парадигме, которую я условно назвал парадигмой Баранавскаса, изображается горная страна. И там не любые горы. Пейзаж скорее напоминал бы Кавказ. Этот горный образ повторяется во всем его творчестве. Сравни, видимо, самое характерное место, ставшее очень популярным песнопением гимном города Аникщей. Калнеян калнуян ту калну калнеир рмажи кальналей – Представим человека, ничего не знающего о Литве и не представляющего, где она находится. Что он нарисовал бы по текстам Барановскаса? Какой пейзаж? Скорее всего, нечто похожее на верхнюю Сванетию. Не отсюда ли такая большая и такая долгая, длящаяся уже не один век, любовь литовцев в Грузии и грузинам? литовский Сакартвелос и Вторая парадигма — литовское, соответственно, балтийское или балтославянское пространство и издание Аушера и Майронис. С изданием Аушера в 1883 году в литовскую культуру и поэзию пришли не отдельные люди, а целое поколение, которое, в свою очередь, было очень пестрым. Томас Венслоу подчеркивает, что нередко биограф — в биографии этих людей кажутся пришедшими из произведения фантастики. Например, Андрюс Вещтялис – это воин Гарибальди, создатель фантастических проектов где-то на краю света в Аргентине. Здесь еще надо добавить, что именно этот человек с удивительной биографией в первом номере аушеры публикует и первый литовский сонет, в котором переплетаются литовские и прусские слова. Это словно попытка реконструировать общебалтийский текст, а заодно и пробалтийское пространство. Девятое. В парадигме Майрониса того времени славянское пространство, по крайней мере, в том смысле, который был в поэмах Барановского, исчезает. Оно иногда появляется только как контраст с порабощенной Литвой. Интересно то, что взгляд поэта все равно направлен на юг как и у Барановского. То есть пространство сужается, но направление остается, направление на юг. Я сукило, но йодмарю крашту по вас рисей на Карпату колнайс, по лету вожьемани жодю не рашту, не ляй джерялис суспаудес парнайс. Кстати, две первые строчки часто упоминались в 2014 году, когда на Украине началась борьба за свободу и демократию. И еще одна интересная вещь, что именно эти строки повторяются и в поэзии современных поэтов, например, Бразюнаса, о котором немножко будем говорить дальше, Бразюнаса, в поэзии имеются такие строки. Павасарис брашкина, каустанчатила, тила, но йодмарю крашто, йоуславай сукило. Почему так случается? Литва Майрониса, то есть почему сужается пространство? Литва Майрониса – это, несомненно, современная Литва, возникшая и с того, что мы такие же люди, как и другие, с правом на печать, экономическую жизнь и, конечно, язык. Философ Арвидас Шлёгерис так интерпретирует историю современной Литвы. Начало цитаты. Сразу очевидно только одно. Современная Литва появилась совершенно не так, как, например, Римская Республика, средневековая Франция, Германия или скандинавские государства. Современная Литва появилась из языка и почти без исключений только из языка, чего не скажешь об упомянутых великих исторических народах и государствах. Появление Литвы было ненатуральным и в некотором смысле искусственным. Она появилась как воплощение языкового или можно сказать идеологического, даже утопического проекта, но этот проект, конечно, удался как следствие намеренного действия смысленной воли и смысленной решимости. Конец цитаты. Я не берусь утверждать или отрицать, насколько про философ, но вернемся к пространству Мейрониса. У Мейрониса жизнь народа обрамлена локальными реками, например, с Дубиса. Это поэзия малых рек. Цетром, скорее всего, является Дубиса, который упоминает, который упоминает, Центром, скорее всего, является Дубиса, который упоминает и цитируемый Ивановым Бернардос Брайжджонис. Дубиса в контексте стихотворения Брайжджониса является только эмблемой. Это не та река, у которой поэт родился и вырос. Появляется мысль, что литовцы ⁇ это те, кто говорит по-литовски. Это у Майрониса. Мир, который можно назвать своим, неожиданно сжимается. Это очень хорошо. Pokazywai tą samąją Straką Mironį, Adnakavrazyčnik redakcijai, imėjau vidų įsilieduvaneje Girzijauskas, kurį rasdėliau dešimtilėtyje, dešimtąją. Tarpuikių vietų į žolio sodo, ten balti kišo dvarai matyti, atdarus durys likširdį rodo ir lyg užeiti nori prašyti. Eta, mironis, Lietuva, редакции 91 года они почти такая же. И однако через четверть века мы видим радикально изменившуюся строчку. Кайпы у с того двора и те виня соду уже любя киша, тех бранья колбае ему с С одной стороны литовское или балтийское пространство парадигмы Мерониса словно замыкается в себе. Однако оно закрывается как будто для того, чтобы осмыслить себя в синхронном контексте других, несомненно, равноправных народов. Ну, немножко похожие идеи Майрониса на идеи Сосюра Емслева «Язык в себе, язык для себя». Третья парадигма – реализация вступления Дама Мицкевича к Конраду Валенруду. И продолжение идей этого вступления в современной поэзии. Эту парадигму можно назвать парадигмой культурной реконструкции, опирающейся на вступление Дама Мицкевича Конраду Валенроду, в котором говорится, что то, что исчезло в реальности, должно возродиться в поэзии. Правда, это цитата из Шиллера. Это похоже на реконструкцию отдельного мира, однако очень свободно создаваемое мира это напоминает мысль Альгердаса Юлиса Греймаса, что реальность – это то, что мы думаем, а не то, что существует. Возвращается свобода убеждения эпохи Аушри. В модели Сигита Сагяды литовцы снова оказываются в центре поэзии. И он реконструирует не только языковые реалии, поскольку эти реалии имеют или не имеют научные основания, это другой вопрос, но и мифологию. С одной стороны, это реконструкция Великого Княжества Литовского, с другой реконструкция культурных явлений это боги, деятельность богов и подобное. Геда возвращает в поэзию все народы Великого Княжества Литовского, не только литовцев, но и поляков, русских татар. Словно они на самом деле там живут еще в одном пространстве: Геда возвращает южное направление смотрения в сторону Белоруссии в сторону Киева. Пространство Гяды начинается на юге, поэтическая версия Сигита гиады и охватывает литовский, ятвяжский и литовский, прусский языки. Это пространство на востоке продлевается в сторону восточных славян до Мужайска, на юге до Киева, на западе до Кёнигсберга. Рассказчик никогда не находится к северу от Вильнюса. Направление повествования – это юг, это Гродно, Лида, юго-запад, Кёнигсберг, Пруссия, Этнографическая Литва находится за спиной у лирического героя. Нелитовское происхождение подчеркивается как престижное, то есть я прихожу с другой стороны лингвистической границы. Я гуд, я аж гудас. Тринадцатое. Даже будучи явно в Литве, поэт указывает на свое происхождение и предков, хоть и очень далекие в стихотворении, заброшенные кладбище у Лиды, ир мантинка гербой, поща херальдина аро Крутене, дети ее снапа прожета пришли эту, норся Даже исчезнувшие народы племена не являются мертвыми. Например, в стихотворении «Набросок прусской книги» действие стихотворения разворачивается в 1945 году, когда Красная армия захватила Кёнигсберг, говорится – Filosofas Ughrašenkanto paminklų Jotvingį Kilme Skorievelis iš Komento Rusijos Šviečiant Jaroslavui Menoliui. Savo kūrinyje Geda pastaruoju metu minėjo, kad jis dvasia yra susijęs su vietomis, esančiomis į rytą nuo tėvynės Vlazdijos rajone, o tai jau nešventinė Litva. Pavyzdžiui, poema Žalgris, pavadinta ⁇ Sv. Vekova Chronika ⁇, ji pasišvenčiama karolio Sa Gedai. писаря города Гродно. 15 -е. В своей поэзии Бразюна, уже другой поэт из северной Литвы, пытается соединить северную границу Литвы с южной. В его стихотворении угадывается город у моря-то, скорее всего, Рига. Он стоит, повернувшись спиной к ятвягам, которые уже превратили в сгуды, ну, современные белорусы. Большое пространство моделируется как словно O nu, paminėjant žmogaus kūną, galva kurio neišlito debesio galva, galva neįlyvusi visą ablaka, ⁇ tai Baltijos uikumena, na severė. Debesė neišlito debesio galva. Ir, antraja palavina, O su Jotvingis, įviena, sustoti gudu pasienį, dainuojantį ratą, kojomis susiliečiant su Jotvingis, su Gudu pasieniečiais. И, наконец, эта идея воссоздания великого княжества была материализована в 2006 году, когда возникло великое поэтическое княжество Magnus Ducatus Poesis Великое княжество поэзии. Это общество поэтов и переводчиков поэзии, музыкантов, художников, других близких к поэзии людей из стран Восточной Европы. Литовцев, белорусов, латышей, латгальцев, поляков, русских, украинцев и других создан на основе эстетических и этнических ценностей, а также, говоря словами Ванды Заворскайте, на основе республиканских идей свободы и толерантности Великого княжества Литовского, ценностей личного достоинства и гражданской ответственности конец цитаты. Первое публичное выступление Магнус Дукатус Poesis – это музыкально-поэтический вечер посольства Литовской Республики Минске в честь Дня Литовской Государственности. Это 5 июля 2006 года, в тот день, когда-то был коронован король Мендогас. Автор идеи – литовский поэт, лауреат национальной премии Владас Бразюнас. Из Белоруссии – в работе Великого княжества Литовского, а как же государство без подданных, из Беларуси Андрей Ходанович, Владимир Орлов, Мария Мартышевич, из Польши Барбара Грушка Зых, Ромалт Мешковский, из, из Украины Дмитро Лазуткин, Олег Коцарев из Литвы, здесь много поэтов и из России, из Москвы, Георгий Ефремов, возможно, присутствующий в этом зале. По сути, это княжество – материализовавшаяся идея Барановского. Идея Балтийского вместе с ними Балтославянского пространства вернулась к своим истокам, когда-то описанным поэтом XIX века. Так. так куда же смотрит Литва в поэзии? Смотрит она на юг, туда, где Киев, где Дунай, и смотрит несомненно столетиями, а может даже тысячелетиями. Спасибо за внимание. До свидания в доме. Балтрушайтиса в будущем.